Я надену очки, чтобы больше походить на школьницу. Всем привет, с вами Вика, и сейчас уже середина августа, а это что значит? Правильно, что настало время рубрики Back to School. Погнали! Это ежегодная рубрика на моем канале, поэтому если ты не видел видео Back to School прошлого года, то обязательно переходи по ссылке в описании, если вы не против, я сниму эти очки. И обязательно досмотри это видео до конца, ведь в конце будет небольшой, но интересный конкурс. В общем, в этом году покупок не очень много, но я очень надеюсь, что тебе понравится это видео, поэтому обязательно поставь палец вверх перед началом этого видео, а также подписывайся на мой канал, ведь видео из серии Back to School будет достаточно много, они все будут очень интересные и классные. И, конечно же, не забывай нажать на колокольчик, чтобы больше никогда не пропускать моих видео, и теперь давайте начинать! И да, сейчас безумно жарко, поэтому если вы увидите что-то непонятное на моем лице, как бы, очень жарко. Начнем мы с самых дорогих покупок. Это сумки и рюкзаки. Итак, первая сумка выглядит вот так вот, она достаточно жесткая. И я ее показывала в покупках из Италии. И она мне безумно-безумно нравится, она такая вся официальная, строгая и, боже мой, она прекрасна. Дальше я купила вот такую вот сумку-мешок. Она бордовая. Вместительное, что еще сказать. Также у меня есть такие же сумки, но других цветов. Желтый, бежевый, голубой и, кажется, оранжевая. Да, и я не вижу смысла показывать их все, так как они одинаковые. И третья вещь, это вот такой вот простой кожаный рюкзак. Он очень классный. Я давно хотела именно вот такого, так что я буду с ним ходить в школу в этом году. Дальше я купила вот такой вот офигенный блокнот. Здесь написано Dancing и Live. Блокнот очень простой, здесь просто клетчатые листы. И дальше идут, конечно же, тетради. Их еще не так много, потому что я еще буду докупать различную канцелярию. Дальше я купила три ручки. Одна простая синяя и две вот такие вот красивенькие. Одна с короной, вторая очень компактная. Конечно же, я купила несколько вот таких вот простых блестящих скотчей. И, конечно же, закладки. Не обошлось и без простых папочек, в которые очень удобно складывать разные листочки, и при этом они не будут мяться, и это очень удобно и классно. Также я купила пару дыроколов, и вот это. Вы спросите, что это? Это вот такое вот зеркальце, оно очень компактное, не занимает много места и при этом достаточно большое. Как я и говорила, покупок у меня достаточно мало, так как между двумя моими путешествиями очень-очень мало времени, но покупки еще будут. И последняя на сегодня покупка, это вот такая вот открытка с фламинго. Она будет очень круто смотреться в качестве закладки или просто как элемент декора. Я показывала видео о покупках из Италии. И как вы видите, у меня их две. А почему? Потому что одна ваша. Эту открытку я купила в очень популярном европейском магазине Tide. И чтобы выиграть вот эту итальянскую открытку, все, что тебе нужно, это поставить палец вверх под этим видео, конечно же, подписаться на мой канал и оставить какой-нибудь теплый и приятный комментарий. Победителя я выберу в следующую пятницу рандомно в моем инстаграме. Поэтому обязательно подписывайся на мой инстаграм, возможно, этот конкурс выиграешь именно ты. Так что да, следующая пятница, ждите. И я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, несмотря на то, что покупок было достаточно мало, поэтому обязательно поставь палец вверх, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик, чтобы больше не пропустить ни одного моего видео. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Люблю вас всех. Пока!